Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Анна Михайловна, и хотела сегодня вам рассказать про богатыря Вольга Всеславович. Закатилось золотое солнышко. За горы высокие, рассыпались по небу звезды частые. Народился на Руси матушке молодой богатырь Вольга Всеславович. Запеленала мать его красные пеленки, золотым поясом повязала, да положила его в резну колыбель и стала песню петь. Лишь час прошел. Проснулся Вольга, потянулся, лопнул золотой пояс. Рвались красные пеленки, а у резной колыбельки нищий выпал. Встал Вольга на ноги и говорит: «Сударыня, матушка, не свивай ты меня, не пеленай ты меня, а одень ты меня в латы крепкие, да дай мне шлем позолоченный, да палицу в правую руку по 100 пудов». Палец – это такая как дубинка, а 100 пудов – это где-то 1658 килограмм. Представляете, какая палец большая, да? Испугалась мать. Ведь растет Вольга не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот исполнилось Вольге 5 годков. Другие ребятки в его возрасте чурочки играют. А Вольга уже умел и считать, и писать, и книги читать. Исполнилось Вольге 6 годков. Пошел он по Руси матушке богатырской поступью. От его поступи земля сотрясается. Звери услыхали, попрятались, норки в леса густые. А Вольга, что Вольга? Вольга решил хитростям обучаться. Научился он оборачиваться волка серого, по небу белым соколом летать, да по горам оленем скакать. Исполнилось Вольге 15 годков. Решил он себе товарища созывать. Все товарищи молодые, красивые, богатыри статные, всем по 15 годков, всего 29 человек. А Вольга стал 30-м. У них кони быстрые, стрелы меткие, а мечи острые. Собрал свою дружину Вольга и поехал с ним в чистое поле, в широкую степь. Вот раскинули в степи стан. Стан – это где останавливались. Разожгли костры, накормили коней. Посылает Вольга младших дружинников в дремучий лес. Берите вы сети шелковые, ставьте их в темном лесу по самой земле и ловите куниц, лисиц, черных соболей. Будет дружине шубы запас. Разбрелись дружинники по лесу. Ждет их Вольга день, ждет другой, третий. Уж к вечеру клонится. Тут приехали дружинники, невесело. А корни ноги сбили, а колючки платья оборвали, а вернулись там с пустыми руками. Не попалась им в сети ни одна зверушка. Рассмеялся Вольга: «Эх, вы охотники, возвращайтесь в лес. Становитесь к сетям, досмотрите в оба». Ударился Вольга озим, обернулся с серым волком, побежал в леса. Выгнал он зверя из нор, дупел, лисиц, куниц, соболей. И даже мелким зверем не побрезговал, наловил к ужину зайку, цевик сереньких. Воротилась дружина с богатой добычей. Накормил, напоил дружину Вольга, да еще обул, одел. Носят дружинники дорогие шубы соболины. На перемену у них есть и шубы барсовые. Не нахвалятся Вольгу, не налюбуются. Вот время идет, идет. Посылает Вольга средних дружинников.
Наставьте васильков в лесу. На высоких дубах наловите гусей, лебедей, серых уточек. Рассыпались богатыри по лесу. Наставили васильков. Думали, богатые добычи домой придут. Они поймали даже серого воробушка. Вернулись они в стан невесело. Ниже плеч буйные головы повесили. Глаза от Вольги прячут, отворачиваются. А Вольга над ними посмеивается. Ну что, без добычи вернулись охотнички? Ну ладно, будет вам чем попировать. Идите к селка и зорко смотрите. Ударился Вольга о землю, обернулся белым соколом. Летел высоко к облакам, да и стал всех птиц к селкам сгонять. Вы помните кого? Да, гусей, лебедей, серых уточек. Не с богатую добычей вернулись добрые молодцы. Много ли, мало ли времени прошло, посылает снова Вольга своих дружинников. Стройте вы лодки дубовые, видите, неводы шелковые. Поплавки берите кленовые, выезжайте в синее море, ловите семгу, белугу и севрюку. Ловит дружина 10 дней, а не поймала и мелкого ёршика. И обернулся тогда Вольга, зубастый щуку. Нырнул в море, выгнал рыбу из глубоких ям, загнал невод шелковый. Привезли молодцы полные лодки и семги, и белуги, и усатых сомов. Гуляют дружинники по чистому полю, ведут богатырские игры, стрелы мечут, на конях скачут, силы богатырской мерятся. Вдруг услышал Вольга, что турецкий царь Салтан Бекетович на Русь войной собирается. Разгорелось его молодецкое сердце, созвал он дружинников и говорит: «Полно вам бока пролеживать, полно силу нагуливать, пришла пора послужить родной земле, защитить Русь от Салтана Бекетовича. Кто из вас в турецкий стан проберется? Кто Салтановы помыслы узнает?» Молчат молодцы, друг на друга переглядываются, старший на среднего, средний на младшего, а младший и рот закрыт. Рассердился Вольга. «Видно, мне самому придется идти». И обернулся он туром золотые рога. Первый раз скакнул, версту проскочил. Второй раз скакнул, только его и видели. Доскакал Вольга до турецкого царства. Обернулся серым воробушком. Сел на окно к царю Салтану и слушает. А Салтан по горнице похаживает, узорчатой плеткой пощелкивает и говорит своей жене о звяковании. «Я задумал идти войной на Русь. Завоюю 9 городов. Сяду князем в Киеве. 9 городов раздам 9 сыновьям, а тебе подарю соболиный шушин». Шушин — это такая верхняя одежда. А царица Азвяковина невесело глядит. «Ах, царь Салтан, нынче неплохой сон виделся, будто бился в поле черный ворон с белым соколом. Белый сокол черного ворона закоктил, перья на ветер выпустил. Белый сокол — это русский богатырь Вольга Всеславович, а черный ворон — ты, Салтан Бекетович. Не ходил бы ты на Русь. Не взять тебе 9 городов, не княжить в Киеве». Рассердился царь Салтан, ударил царицу плеткую. «Не боюсь я русских богатырей. Буду я княжить в Киеве». Тут Вольга слетел не с воробушком, а вернулся горностаюшкой. У него тело узкое, зубы острые. Побежал горностай по царскому двору, пробрался в глубокие подвалы царские. Там у луков тугие тетивы. Там у луков тугих тетиву подоткусывал, успел древки перегрыз, сабли вышвыривал, палец ногой согнул. Вылез горностай из подвала, обернулся серым волком. Бежал на царские конюшни и задушил, и загрыз коней. А потом обернулся ясным соколом, полетел к своей дружине и говорит: «Эй, дружина моя храбрая, не время теперь спать, пора вставать, собираться в поход к Золотой Орде». А кругом Орды стены каменные, ворота железные. Опечалились дружинники. А Вольга обернулся малой мошкой, всех молодцов обернул мурашками,
и пролезли мурашки под воротами, а на той стороне стали воинами. Ударили они на Салтанову силу, словно гром с неба. А у турецкого войска сабли затуплены, мечи повышвырены. Тут и турецкое войско убежало. Прошли русские богатыри по Золотой Орде. И тут Салтанова сила вся и кончилась. А сам Салтан Бекетович в свой дворец убежал, двери закрыл и засовы задвинул. Как ударил дверь ногой Вальга, все запоры вылетели, а железные двери лопнули. Зашел в горницу Вальга, ухватил Салтана за руки. «Не бывать тебе, Салтан, на Руси, ни жечь, ни палить русские города, ни сидеть князем в Киеве!» Ударил его Вальга о каменный пол и расшиб Салтана до смерти. «Не хвались, Орда, своей силой, не иди войной на Русь, матушку!» Вот такой вот у нас богатырь Вальга Всеславьевич. Ну что, друзья мои, слушайте былины. В следующий раз вы узнаете еще про одного богатыря. А теперь я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.